В Нижегородской области на треть снизилось количество аварий из-за превышения скорости. Об этом в среду заявил министр транспорта региона Александр Герасименко. Он провел работу комплексов фото- и видеофиксации нарушений. И именно благодаря им, по мнению чиновников, удалось добиться снижения аварийности. Ежедневно за порядком на дорогах Нижегородской области следят 25 передвижных радарных комплексов. Они предназначены для контроля скоростного режима. Он предназначен для фиксации дорожных нарушений. Состоит, соответственно, из самой камеры, дальше интерфейса, который подключен к компьютеру, который, в общем-то, все регистрирует. Работа комплекса очень проста. Радар устанавливают на обочине дороги, настраивают, и уже после этого ведется фото- и видеофиксация. В конце дня все зафиксированные нарушения отправляются сотрудникам ГИБДД. Кроме передвижных комплексов, в регионе работают 74 стационарные камеры. На сегодняшний день уже вынесено порядка 2000 постановлений по поводу нарушения скоростного режима. И результат показывает, что действительно скоростной режим слишком был превышался на этих участках. Аварийная ситуация была на дорогах. На сегодняшний день, конечно, она уменьшается.